Я прилетела из города Петропавловска-Камчатский, и в бизнесе я с 2015 года. Но обо всем по порядку. Вы знаете, изначально холдинг Life is Good я не рассматривала как бизнес. Сегодня на рынке появляется масса всевозможных компаний, и уследить за всем этим многообразием просто невозможно. Самое главное, бывают такие случаи, когда один звонок решает все, и твоя жизнь разделяется до и после. Итак, это был август 2015 года, раздался звонок из другого города. Мне звонил мой друг и сказал, что у него для меня есть уникальное предложение, что на рынок России вышла молодая, динамично развивающаяся компания, и в которой можно построить серьезный бизнес и заработать неприличные деньги. Ну, бизнес это не для меня, подумала я, потому что на тот момент у меня уже был небольшой опыт, порядка 15 лет в сетевом маркетинге. Но больших результатов почему-то достичь так и не удалось. А вот к продуктам компании я решила, возможно, присмотрюсь. Самое главное, что помогло мне принять решение все-таки строить бизнес Life is Good, это первый конгресс холдинга. Помните, кто был? Это январь 2016 года. Зал, конечно, был немножко поменьше, и народа всего 1000 человек. Но зато какие это были люди! Красивые, позитивные, успешные. На это мероприятие я приехала с двумя своими партнерами, потому что к тому моменту, спустя 3 месяца, как я узнала об этой возможности, я все-таки приобрела один из продуктов компании и заключила договор консультанта. 3 человека вместе со мной присутствовали на первом конгрессе нашего холдинга. Знаете, именно на этом конгрессе у меня родилась мечта. Во что бы то ни стало, на следующий год стать директором и выйти на сцену конгресса. Но для того, чтобы она осуществилась, мне понадобилось с сегодняшней даты 4 года. Тем не менее, все в этой жизни реально, мечты имеют свойство осуществляться. Вернувшись после конгресса домой, мы начали очень активно работать. Так как у меня юридическое образование, мне очень просто было разобраться с жилищным кооперативом, мы начали активно его продвигать. Самое главное, что нам практически никто не верил. Все говорили, что мы очень быстро уйдем с рынка, и вообще мы неинтересны. И сегодня тем людям, которые в нас не верили, я хочу сказать спасибо вам за то, что вы нам мешали, что нас обидеть норовили. Вы знаете, после этого пришел успех. Маленький, совсем крошечный, но успех. В чем он заключался? Прежде всего, когда поддержали меня мои родные и близкие. Сегодня бизнес Life is Good – это мой семейный бизнес. Сегодня в мою команду пришли люди, которые со мной были в предыдущих проектах. И я считаю, что это большая заслуга. Сегодня мой бизнес – это моя команда. Моя команда сегодня развивается во многих городах, но без них я даже не знаю, где они сегодня в этом зале, поэтому не могу на вас посмотреть. Но без них, без этой команды не было бы меня. И знаете, к нам часто приходят новички, и мы всегда им говорим какие-то напутственные слова. Скажите мне, пожалуйста, в этом зале есть новички? Я слышу, я не вижу ваши руки, но я слышу, что вы есть. Самое главное, если вы все-таки решите строить бизнес с холдингом Life is Good, ответьте себе на вопрос, зачем вам это надо? Зачем вам бизнес Life is Good? Готовы ли вы будете жертвовать чем-то?
Готовы ли вы инвестировать в себя и в свой бизнес? Если вы ответите утвердительно «да», и если вы скажете, что у вас есть вера в себя, у вас есть вера в продукт, у вас есть вера в компанию Life is Good, непременно начинайте действовать. Потому что в компании Life is Good создано все для вашего успеха. Life is Good – это и есть успех. Любовь Краева.